Рано или поздно каждый предприниматель встает перед вопросом расширения бизнеса, будь то покупка недвижимости, расширение транспортного парка или приобретение нового оборудования. В таких случаях помочь может кредит, взятый в банке. Но как не ошибиться с выбором банка, как разобраться с предложениями, как правильно рассчитать расходы, связанные с кредитом? Ориентируйтесь на доступность для понимания и прозрачность условий кредита, советуют банкиры. Кредитную программу, отвечающую всем этим требованиям, предлагает солнечногорским предпринимателям Банк Возрождения. Администрация Солнечногорского района поставит перед собой задачу уйти из сферы торговли, да, в сферу производства. Вот эта программа как раз позволяет предпринимателям взять длинные деньги для приобретения какого-то либо оборудования. И эта еще программа позволяет, конечно, многим предпринимателям подрасти из другого уровня, из частных предпринимателей, выйти на другой совсем уровень. В рамках развития кредитования субъектов малого и среднего бизнеса Банк Возрождения совместно с Фондом поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития запустил специализированную программу. Данная программа предназначена для предприятий, которые осуществляют свою деятельность в сфере торговли, услуг и производства. Одной из целей данной программы является предоставление свободного доступа к финансированию предприятий малого и среднего бизнеса. Для удобства клиентов было разработано несколько кредитных продуктов, которые учитывают специфику и потребности предприятий малого и среднего бизнеса. Уже 10 лет Светлана Прокопенко занимается оптово-розничной торговлей строительными материалами. И настал тот момент, когда предприниматель решила расширить свой бизнес. Она обратилась в Банк Возрождения. Теперь решили попробовать взять кредит на пополнение собственных оборотных средств, чтобы приобрести товар, который мы торгуем. Ну, обратилась к менеджеру банка, мне подсказали подходящий для меня кредит. Все доступно, все очень хорошо, очень так это с первого раза было все понятно, очень доступно объяснено. Новая кредитная программа имеет гибкие условия предоставления финансовых средств, множество комбинаций залогового обеспечения, в том числе и частичное. При составлении графика погашения кредита учитывается сезонность бизнеса. Обратившись в банк, любой клиент вместе с менеджером проанализирует данные первичного учета, определит рентабельность своего бизнеса и срок окупаемости вложений. Таким образом, сотрудники банка разработают уникальное, практически индивидуальное кредитное предложение. Она простая. И самое главное, что мне не нравится, ну, один звонок, да, и менеджер у вас уже на предприятии. Приехал, проанализировал, посмотрел, совместно составил документики, вбил финансовое хозяйственное состояние в компьютер, да, и уже там через определенное время получает решение. Для начала предпринимателю надо представить минимальный пакет документов: паспорт собственников и ключевых менеджеров бизнеса, свидетельство о госрегистрации и постановке на налоговый учет, финансовые документы в зависимости от применяемой системы налогообложения и документы на залог. В Банке Возрождения уверены, что клиенты по достоинству оценят удобство сотрудничества, высокий профессионализм персонала финансового учреждения и все плюсы новой кредитной программы. Напомним, филиал Банка Возрождения находится по адресу: город Солнечногорск, улица Баранова, дом 1, телефон 8-495-994-1292. Юлия Беспалько, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».